Очередная миссия с Анусом. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в мега-шутер. Мега просто офигеть, какой мощный шутер! Называется Arena Breakout Infinite. Стоп, что? Вы спрашиваете меня, что это за игра? Я не знаю, я еще не играл. Но я знаю, что это типа Таркова. Но я в Тарков тоже не играл, поэтому мало мне это как помогает. Но то, что я знаю об этой игре, мне очень импонирует, так как в ней надо собирать кучу барахла. А я барахольщик, это я люблю. Я вот уже снарядил своего персонажа всяким барахлишком. Оружие, патрончики, аптечки и водичка с собой обязательно. И вы не поверите, в эту игру можно играть совершенно бесплатно. Го по ссылке в описании, качайте, наслаждайтесь вместе со мной. Я сейчас покажу, как ей наслаждаться надо. Начать! Ошибка в боевых припасах. Что? В кармане или разгрузке нет магазина. Погодите, в смысле, где карман? Ой, нет магазина, давайте вот сюда. Вот сюда все магазины. Все нормально? Все работает. Со мной еще три отважных воина. Акушерочка, Максик 07 и Why I Wanna Cry. Why you wanna cry? Because you're noob. Но ничего, я про. Ты держись меня, и я все покажу. Мы высадились. Красиво. Значит, задача здесь такая. Мои ребята там уже побежали мочиться, а я стою туплю. Задача здесь бегать, убивать и лутать. Вон! Гад! Гад! В пах ему! Прям в пах ему! Прям в пах! В голову! Хорош! Быстрее бежим его лутать. И весь награбленный лут нужно будет унести с собой. Если я подохну или ливну, я все потеряю. От? Что у нас здесь есть? Кастрюля. Пригодится мне дома. Ящичек. Поиск. Мы тратим на поиск пипец как много времени. Однако, смотрите, смотрите, я нашел пистолетик. Я нашел магазин для пистолетика, наверное. Нет? Нет, это не для него. Окей, классно, у нас теперь есть пистолетик. Ладно, побежали к нашим ребятам. Одному как-то здесь опасно находиться. Смотрите, нижняя часть тела у вас устала. Но зато верхняя часть тела очень отдохнувшая. Я буду уставать стрелять и уставать бегать. Я впервые такую механику встречаю в играх. Но прикольно, и атмосфера мне нравится. Чувствую теплое летнее солнце. А, свежий лесной воздух. На ферме жить хорошо, даже несмотря на то, что здесь промышленные здания находятся. Различные учреждения, выпускающие вредные токсины в воздух. Но мы здесь ненадолго. Чисто 30 минут побегаем здесь, соберем добра и домой. Вот что такое. Подробности. Это чистый, качественный мед. Сладкий, питательный, насыщенный. Окей. А что во вкладке здоровья? А, мое состояние. Отличное состояние. Ой, блин, черт! Своей тени испугался. Опа, удалитель засоров. Очень нужно мне для дома, у меня засоры засорились. Что это такое? Консервированная сельдь. Слышу выстрелы. Ладно, нам нужно догнать своих ребят. Как я понял, здесь враги-боты и еще враги-люди. Такие же игроки, как я. Но не такие же профессионалы, как я. Так что мне нечего переживать, я думаю. Труп! Кто-то там бегает. Все, погодите, давайте быстренько. Посмотрим. У него шлем. Я не знаю, хороший он или нет. Я не могу его взять. Надо переложить вот так. Броня. Штурмовой бронежилет или служебный? Штурмовой, наверное, прикольней. Давайте поищем вот здесь. Ничего. И, может быть, в карманах что-то есть? Что в карманах есть? Дал быстро. Нет, ничего. Ой! 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 Осторожненько, осторожненько. У меня же рюкзак полностью почти заполнен. Какой я лут смогу отсюда унести? Но, видимо, я вернусь на базу только с устранителем засоров и сельдью в консервный банк. Хотя, может быть, у этого чела что-нибудь есть. Шлем. Подробности этого шлема. Класс брони 3. Ну-ка, а мой? Класс брони 3. А. Они абсолютно одинаковые, что ли? Шанс рикошета средний. Низкий. Не, мой шлем поприкольнее, точно. Что у тебя в карманцах? Болты. О, это мне нужно. А куда я их положил? Вот сюда. Я вижу, что здесь есть магазин для его пулеметика. Целых два даже. Ладно, я возьму. И еще есть в рюкзаке, наверное, что-то. Пусто. Пистолет-пулемет. Я не знаю, нужен он мне или нет. Фиг с ним. Идем дальше. Где наши ребята? Оу, надо их догнать. Место уже поюзанное. Сомневаюсь, что я нечто ценное найду. Да лишь бы домой вернуться живым. Больше ничего не надо. Быстро запыхался мой чел. Ладно, пойдемте в кусты. А, блин, крапива. Я в крапиву залез. Ну ничего. Это лучше, чем мертвым быть. Смотрите. Придурок. Каски. Думаешь, тебя защитит это? Нифига. Кто это такой? Че он тут ходит в полях? Все пшеницу мне истоптал. Ну-ка, карманы выворачивай. Что? Спички? Хороший магазин для пистолета. Это, наверное, вот сюда. Блин, я не могу это взять. Как вот это вот взброс? Да, отлично, сброс каски. Чем я сбросил каску? А, фиг ее знает. Потому что спички я хочу. И магазин. Так, что здесь у нас есть? Слышь, там кто-то что-то болтает. Еще магазин и молоко. Это я люблю молочко. Вообще печеньки найти и все. Миссия выполнена на сегодня. О! Кто? Ты? Ай!
Кацанул мне немножко. Печеньки. Печеньки. Это моя главная цель. Найти печеньки сегодня. Так, поиск. Нельзя сразу одновременно все обыскивать. Только один за раз. Коктейль Молотова. Болты и гайки найдены. Так, пистолет-пулемет можно сбросить, наверное. Гайки. Вот так. Что у нас здесь? Ну же, нет. Магазин у нас такой уже есть. А сейчас что по здоровью? Ой, по левой руке заехал мне. Здесь никого? Вижу чемоданчик. Скорее, 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 скорее. Печеньки. Полимерный магазин, АР на 20 патронов. Нет, просто хирургический набор. Кстати, надо взять его тоже. Что-то я вижу, что осталось моих только двое. Где еще один чувак? Жиль подох. Смотрите, сигнальный дым. Что, удерживайте позицию. В течение... Удерживаю. Я держу. 3 секунды осталось. Операция завершена. Успешно. Первый же рейд закончился максимально успешно. Двое моих товарищей решили остаться в бою. И я вместе с акушерочкой эвакуировался. Потому что мы все забрать. Всех денег не заработаешь, как говорится. С миру по ниточке собираем, друзья. Вот тактика. Вот тактика, которой я придерживаюсь. Ну, замечательно. Давайте, значит, меда оставим на складе. Личный жетон, пламя-гаситель. Все это пока мы не используем. Магазины у нас присутствуют. Так что это можно не брать. Удалитель засоров оставим на складе. Идеальная вылазка, короче, у нас получилась. Давайте продадим болты за 170 рублей. И гайки продадим за 162. Обязательно нужно продать качественный мед за 130. На 3-м уровне мы сможем его на рынке выставлять. И набивать цену, конечно же. А вот молочко давайте не будем продавать. Лучше оставим его здесь. Оно будет у нас в быстром доступе, чтобы восстанавливать энергию. Удалитель засоров надо продать. 237. Вот этот дорогой засороудалитель. Надо патрончиками закупиться. Тут есть рыночек, где можно вообще все что угодно взять. Давайте попробуем, может быть, какой-нибудь шлем. О, какой интересный шлем. Я могу купить самый дорогой, наверное. У меня сколько? 1 723 000. Давайте купим. Оп! Я купил. Смотрите, какой шлем. Во, мне нравится. Транжирим сразу деньги. Я чувствую, как их просру сейчас. Да ладно, шучу. Конечно же, не просру. Я надеюсь, не просру. Бронежилет. Есть вот такой вот увесистый. Стоит дохренища. Купим. Вот, а этот, не знаю. Не, пока не буду продавать, оставим. У нас 2 одинаковых оружия. Давайте вот этот продадим. За 5600. Ну все, Евгений полностью экипирован. Понеслась. Давайте искать новые приключения себе. О, какой-то чел со мной. Скайлипин. 7-й уровень. Он сможет мне помочь, поделиться со мной своим опытом. А я поделюсь с ним своим молоком. Посмотрите, насколько он опытный. Он даже без снаряжения пошел на бой. Или он, наоборот, обычный нуб, который все потерял только что, и ему больше не с чем идти. Это более вероятно. Он на меня, наверное, смотрит с завистью. Ну ладно, чего у нас там по карте? Есть вот здесь вот зона и вот здесь. Блин, какой дебильный шлем. Сверху, снизу каше появилось. Чувствую себя как будто замкнуто немножко. Я больше не могу дышать свежим воздухом. Оу, май гад, что, где, по кому ты стреляешь? Эй, кто? Эй, эй. Ой. Да где ж ты? Есть, умер, 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 умер. Я убил его, дружище, все в порядке. О, мой друг лутается, красава. Где ты здесь еще? Где? Да где он? А, вон он на крыше стоит, козлина. Падай, умри, есть. Я побежал наверх. Открываем дверь, тут может быть враг. Оп. Враг здесь спал. Бабло! И еще фонарик. Чемодан. Он, видимо, собирался куда-то в отпуск. Посмотрим, что он с собой взял. Фонарик и зубную пасту. Молодец. Это обязательные предметы в путешествии. Теперь в комоде у него батарейка. Классная находка. О, ты там что-то крутое лутаешь? Отбеливатель. Я обожаю бытовую химию. А, смотрите, можно каждый шкафчик открывать. О, быстрее наверх. Можно открывать каждый шкафчик, а я только один открыл. Смотрим, что тут. Еще одна батарейка. В каждом ящичке по батарейке. Тут ничего нет, чувак. Можешь не париться. Интересно, а вот эти выстрелы, это же не просто NPC. Это, наверное, игроки с NPC-шками сражаются. Стоит ли мне идти одному? Стоит ли так рисковать? Где мой чел? Идем, чувак. Хорошо, он следует за мной, молодец. Слышу выстрелы, но не вижу, кто стреляет. По кустам, по кустам. Чел! Где мой товарищ? Где он? А вот он. Есть контакт. Хорошо, я убил. Для перезарядки магазин должен находиться в вашей разгрузке. Разгрузка. А где мой магазин? Ёлки-палки. Вот. Все, все хорошо. А, тихо. Убили. Так, он, походу, что-то клевое нашел. Я тоже хочу посмотреть. Давай, по карманчикам. Что у нас? Зубная паста. Да пошла ты. Магазин МПФ на 20 патронов. Нет, не то. У тебя настольный календарь. Че за кал? Я какой-то мерч собираю.
Полицейский защитный шлем. Очень мало места. Давайте что ли выкинем что-нибудь. Календарик нахрен выкинуть. Вот так можно распределить. А шлем забрать. Хороший шлем. На самом деле я уже набит. Мне бы свалить отсюда. Выход номер 4. Просто по прямой. Я думаю, наш чел туда же направляется. Да, я вижу. Я вижу дым. О, нет, он пока не собирается уходить. А значит и я тоже. Мы уйдем только вместе. Я слышал. Я, блин, слышал. О, о боже мой! Почему я его не убил? Я же... Чё, не сдох? Так, вон, я вижу. Какого фига? Чё за кривые выстрелы? Нет подходящих магазинов? Где мои грёбаные подходящие магазины? Так, сядь быстрее, заряжай их, тварина. Мы убили его? Мы его убили. Это вообще, походу, игрок. Коктейль Молотова. Отлично. Военный компас, выпрямитель волос. Коктейль Молотова, это надо. А! Нет! Где? Подохни. Стоп. У меня второй есть. Второе есть оружие. Подохло. Надо бы залечиться срочно. Позырить, что у тебя есть, мужик? Шлем, бронежилет, поиск. По карманам пошарим. Кусачки, шнур питания. Блин, я не знаю, что из этого брать. Нужно ли что-то брать? Я думаю, что надо просто отсюда свалить. Вон, чел. Убить. Я не могу попасть. Может быть, кинуть коктейль Молотова в него. Лови, бич! Гори! Есть! Он сгорел. Вот это жестокое убийство было. Все, я, пожалуй, ухожу отсюда. Я под завязку забит. Смотрите, как я тороплюсь. Какая скорость бега. Я адски запыхался. Просто этот шлем вызывает эффект удушья. Но это отчасти приятно. Открывается через 10 минут. Стоп. Ждем. Если я правильно понимаю, то еще секунд 30 осталось подождать, и мы можем валить отсюда. Погодите, еще нет, еще нельзя. Я выбрал точку, которая нельзя. Ладно, побежали, наверное, вот сюда. Осталось 100 метров вот до этого здания. А что в этом здании? Надо пойти посмотреть. Ну что, кто в теремочке живет? Открывай, бэч. А, требуется ключ. Блин, у меня его нету. Зато здесь есть сумочка. А в сумке H202. Перекись водорода используется для быстрой дезинфекции. Окей, хорошо. Стоп, я точно никак не могу сюда пройти. О, смотрите. Все, захожу. Здесь нельзя прыгать. Ладно, где точка эвакуации? Типа где-то здесь? А, вон. Вот тут? Условия эвакуации не выполнено. Можно эвакуироваться без рюкзака. Какие условия эвакуации? О чем ты говоришь? А, видимо, здесь я могу только без рюкзака. Черт! Значит, мне нужно идти к пруду. Плавь, будем эвакуироваться. Смотрите, я голоден. Хорошо, у меня есть печенье и молоко. Все это время печенье было у меня в кармане, оказывается. Ладно, давайте похаваем. Ням-ням-ням. Молоко пока не буду использовать, потому что я не устал. Моя нижняя часть тела отдохнула хорошо. Я часто устраиваю своей нижней части тела досуг, потому что она часто устает. Так, еще квартал пробежать, и все, я дома. Вон он, дымок. Осторожней, выглядывай из крапивы, смотри, чтобы никого не было. Все, как русалка, ныряй в болото, и ты спасен. Да, есть! Fuck yeah! Успешно завершена. Стоимость добычи 28 тысяч. 4 убийства. Уничтожены исполнители одного. Исполнитель это игрок? Ну че, давайте продавать. Штурмовой бронежилет. Продавец предлагает 1344. 4 всего? Какая хрень дешевая. Полицейский защитный шлем продать. За дешевку опять же. Вот что мне с фонарем делать? Он вообще нахрена он сдался? Можно использовать для освещения и самообороны. Не гони, я что могу поставить его? Я не могу его никуда поставить. Я его просто продам за 600 рублей. А вот батарейка, значит, нужна для того, чтобы встречаться в разнообразных мобильных устройствах. И цена около 2000. Цену предмета определяет контакт. 2000? Продать. 297? Не, стоп. Можно выставить на рынке. Окей, давайте выставим за 2700. Все вкладывайтесь в батарейки. Купите у меня дешево, продайте потом дорого, когда они подорожают. Наваритесь. Хорошо, одна батарейка выставлена. Так, свечки. За 1700 выставить. Я не знаю, кто это будет покупать и для чего. И также мы можем отбеливатель продать на рынке. Выставить за 2800. Я просто не представляю, кто это будет покупать. Зачем им этот отбеливатель? Я надеюсь, найдется тот лошпед, который купит у меня этот отбеливатель. Теперь возьмем печенье с собой для следующего задания. И молоко, конечно же. Очередная миссия с...
анусом. Анус отметил место. Он хочет в конюшне. Пойдем за ним. Подожди, Анус, я запыхался. Стой, стой, стой. Анус, постой. Ты торопишься слишком. Я не успеваю тебя прикрывать сзади. Вон, я вижу. Враг. Осторожно, надо аккуратно выстрелить. Не осталось патронов. В смысле? Каким хреном он... Бесит. Такая опасная ситуация. Вот, в голову, хорошо. Это могло мне стоить жизни. Быстренько налутаю. Почему я не могу забрать? Недостаточно места? Недостаточно? По каким-то причинам у меня нету места. Я могу только вот сюда ее положить. Я не могу в рюкзак кинуть. А это могу? Фу-о-о. Все, теперь я забрал. Дальше в карманах мыло. Всякая бытовая хрень. Вау! Кто? Каков? Боже мой, напугал меня. Это мой друг. Так, патроны забираем. Это что за патроны? Как раз таки. Как раз таки для винтовки. Все, а давай посмотрим, как она работает. Ну-ка. Опа, смотрите, ящик. Обрезанный ствол винтовки. Даже не знаю, что делать. Вообще места нету. Давайте сожрем тушенку. Ой, ням какая. Смотри. О, тогда я могу взять вот это. Заходим, дружище. Сейчас будет месиво. Я иду в бой! Тут никого нет, можешь не прятаться. Че ты сжался? А, все. Хорошо, умирай, 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 умирай. Умирай. Какой долгий умиральщик. Слышите? Там какая-то сумасшедшая перестрелка. Это игроки, походу. Надо здесь посмотреть. Вот он! Все, изрешетил. Че у нас там по патронам? Осталось менее половины. Ой-ой-ой, перестрелка там. Вижу. Тихо. Вижу. Видел. Вот ему. Есть, убил. Классно убил. Воу! Где? Тихо-тихо. О, я думал, анус подбили. Нет, все в порядке. Идем, 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 идем. Кто? Где? О, в подвале анус сражается там с кем-то. Я иду к тебе. Ну-ка, эта дверь куда ведет? Еще куда-то ниже. Только этот потайной подвал. А, вот, мы вышли на улицу. Так, можно в другую сторону еще пойти. Кто-то тут спит. Комната на целых 6 человек. О, иду, друг. Еще посмотрим, кто здесь есть. Опа, вон, вижу. Это игрок? Это игрок, походу. Где он? Он умер? А, вот он. Так, у него каска, бронежилет. Что-то в карманах есть. Болты. Шнур питания, лента. Нет, всякая фигня какая-то. О, масленка есть. И планка с модульным замком. Он забрал только что. Анус все поглотил. Все, что я хотел взять. И еще какой-то химический набор. Вот эта масленка десятку стоит. Я не знаю. У меня все забито. Хотя, с другой стороны, патроны я всегда смогу купить. Значит... Сброс. Вот, и масленку дорогущую, которая много стоит, я заберу, пожалуй. Ой, что-то анус далеко убежал. Давай-ка за ним побежим. Ой, слышу, там анус звуки издает. Неумолимо мчится вперед. Я не могу за ним угнаться. А с другой стороны, че я буду за ним бегать, а? Я сам себе приключений найду. Так что в жопу, анус. Это что такое? Что-то вкусненькое, походу. Лимонный сок, я не могу его взять. Ну-ка, может быть, выпить водичку? И возьмем лимонный сок вместо нее. Утоляет жажду и помогает охладиться, но практически не содержит натурального сока. Я пью его не из-за натурального сока, а из-за вкуса. Поэтому давайте выпьем. Я люблю пикник на природе. Зачем молоко выпьем? Вот он. Анимации потребления продуктов очень прикольно сделаны. Ладно, давайте смотреть, что у нас есть. Мы освободили местечко. Вот тут вот лампочка для хороших идей. Шнур питания, чтобы запитать лампочку, конечно же. И спички, чтобы лампочку зажечь. То есть я собрал весь набор. А на втором этаже, что у нас? Я помню, здесь был ящик. Синяя машина БП. Приемник в системе персонального оповещения. Цена 5000. Можно вместо лампочки это взять. Шнур питания 800. Настольный календарь. Сколько стоит? 200. Скотч. И рулетка. Рулетка стоит дороже, чем спички. Давайте меняем. А таким вот образом мы сделаем свой рюкзак еще дороже. Что-то ануса не видать. Он меня бросил. А я тогда, раз остался один, пойду на виллу. Вижу, 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 я видел. Там в кустах. Да, аккуратненько зайти в грязь болотную. Из кустов. Высовываем рожу. А, прикольно здесь сделали, что если я двигаюсь в кустах, они шелестят. Представляете, этот чел просто испарился. Я его видел. Я его видел. Осталось 9 минут. Нужно быстренько пошариться на вилле и иметь в виду, что здесь, скорее всего, есть кто-то. Слышу. У меня патронов мало. Это надо как-то исправить срочно. Ладно, давай возьмем вот этот автомат пока что. Эй, а почему он не поменял? Для этого снаряжения требуется дополнительное место. Блин. Окей, ладно. Окей, ладно, посмотрим, что у нас получится. Опа. Есть, подохло. Все.
У меня патронов не осталось. Опа, это очень плохо. Шило. 2000 стоит. Гораздо больше, чем шнур питания. Давайте возьмем его. И лен, который стоит 4000. Ну, не знаю, вместо чего его брать. Не вместо чего. Я думаю, надо просто валить отсюда уже. А, ближе всего 5-й получается. По прямой бежать надо. Смотрите. Там игрок. Ну-ка, прилечь. Где ты, говнючок? Вон он. Смотрите. Опа! Прибил? Он сдох? Подохла, мразь. Это был не игрок, нет. В принципе, так стоит. Значит, вместо рулетки. Спасительный красный дымок. Господи, стамины нету вообще. Да, сидим, ждем, отдыхаем. Сейчас я испарюсь в красном дыме. Стоимость добычи 107 тысяч. Идеальный рейд. А он мне показывает весь мой маршрут, прикольно. Что ж, у меня теперь 4-й левел. Я почти что догнал Ануса по уровню. Ну, это я молодец, конечно. Итак, у меня денег 600 тысяч. Гоу на рынок, мне нужен новый рюкзак. Какой-нибудь, чтобы было место для хранения 50. Все, я покупаю. Вот это я понимаю. Ай, хорошо, давайте старый рюкзак продаем. Надо выставить его на аукцион. У меня есть идея. Что если мы будем пытаться продавать все по более низкой цене? Типа, стоимость 4. Даже 3500 выставить. Вот шприц продавец сразу за 6 тысяч покупает. Продадим. Давайте позырим, что у нас есть на винтовке. Например, прицел. Вот такой вот он красивый, его можно рассмотреть со всех сторон. Эргономика минус 9. 3,5 крат. Ну-ка, я могу какой-нибудь другой прицел купить? Прицелы. 3,5-4. Хочется прям, чтобы приближал. Х10. Ну-ка, гоу. Деталь несовместима или отсутствует необходимая деталь? Ой, я надо было подумать сначала, прежде чем покупать. Как это так я? Может быть, купить расширяющую планку для прицела винтовки Мосина? Написано, что позволит оснастить винтовку разными видами прицела. 3600 стоит, давайте купим. Например, я вот если ставлю вот эту базу, то смогу ли я теперь установить этот прицел? Так, я купил хрень. Расширяющая планка для винтовки работает. Вот на нее прицел поставить, который я купил, нельзя. В общем, купить-то я купил все. А как использовать, я не понимаю пока. Там надо явно какие-то переходники найти, но я пока не могу найти. Поэтому давайте просто еще раз пойдем на ферму и всем там наваляем. С нами Ксандр Блю и Даскас. Мы все 4-го левела. Значит, все одинаково хороши. Или одинаково плохие. Чего встали, ребята? Пошли быстрее. Если так посмотреть, я еще ни разу не сдох в этой игре. Просто я и поражение — это два несовместимых слова. Разве что я поражу своих врагов. Забегаем, ребята. Лутаем все, что можете найти. Самое классное даю мне. Опа, слышу. Слышу. Бегаем, пофигу! Па-па-па! Па-па-па-па-па! Рулетку нашел, прикиньте. Магазин берем. Че еще? Магазин берем. Кто там стрелять посмел? Бежим на пролом. Где враг? Хоть кого-нибудь сюда пригоните, чтобы я его пострелял. От, негодяй здесь ночует. Ну сейчас я ему сожгу кровать. Нижнюю часть тела сжег себе. Но теперь у меня хороший загар на ногах. Это я специально свои ноги поджег, чтобы они не уставали. Я проучил их. Ой, как далеко мои друзья. И как я недалеко нахожусь. Надо в ту сторону бежать. Так, давайте себе ножки чуток подлечим. Не, ну так они все залутают. Надо в мотель бежать. Слышу, тут кто-то есть. О! Давай. Сейчас. Ну-ка. Есть, готов. Ну, чё у тебя? Забрать. Я буду все забрать. У меня большой рюкзак. Сумка на ремне пустая, но я заберу сумку. Слышу перестрелку. Но это явно не мои друзья. Кто с кем перестреливается здесь? Оп, умер. Так, вон еще один бежит. Оп, умер. Так, вон еще один бежит. Оп, умер. Так, вон еще один бежит. Оп, умер. Классная винтовка у меня. Тык-тык-тык-тык-тык. Чё у вас тут лежит? Наверное, я вот эту штуку выброшу, а дробовик возьму. Ладно, ты погорячился. Надо броню не нужно брать. Она стоит 5000. Сумка стоит 1000. Это вообще не деньги. Для меня это не деньги, понимаете? Личный жетон. Погодите, стоп, я чувака убил? Я убил игрока, это был игрок. Прикиньте, я его убил. У него всякое говно было внутри. Он был полон говна, понимаете, о чем я? Это очень приятно, что я убил его. Так, удобрения поднять, энергетик поднять. Кукурузные хлопья. Много жратвы вкусной всякой. Так. О, чемодан.
Огромный чемодан. Календарик, металлическая зажигалка. Прикольно. И тактические наушники. Это можно прям одеть на себя. Вообще супер. Предохранитель. За 3 косаря берем. Альбом для марок. Цена около 70. Конечно, берем. Недостаточно места. Вы что, угораете, что ли, надо мной? Сейчас будет достаточно. Вот. Это обязательно нужно вернуть. Вернуть на базу, продать, навариться. Удалитель за 40. Пусть будет. Нормально. Что я забрал? Ящик с инструментами стоит 10 тысяч. Потрясающий наход. Куртки что есть? Или какой-нибудь хлам? Туалетная бумага. Очень важно. Ну что ж, зайду в эту полуразрушенную теплицу, сяду в уголок и туалетку заюзаю. Интересно, на сколько денег я насобирал лут. Странно, что в прошлый раз мне написали, типа, на 100 тысяч у тебя лут, Евгений. Но я что-то не увидел себя на кармане. А, погодите, кто? Ой-ой-ой-ой-ой. С какой стороны? А, вижу тебя, негодяй. Упал быстро, слышь? Упал быстро, я сказал. Вон еще один. Так, я знаю, что возьму. Я возьму винтовочку. Опа. Один наш товарищ уже эвакуировался. И один остался. Я думаю, я побегу к нему. Бежать до хрена. Черт, оба моих товарища уже свалили. Осталось 12 минут. А может, мне тоже свалить? Ой-ой-ой. Хоп. И дед. Супер дед. Ну чё у тебя там внутри? Какая-то хрень. Ты бесполезен. О, красный дымок. Давай же, давай, 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 давай. Есть! Хорош! Стоимость добычи 210 тысяч. Идеальный рейд. Уничтожено одного исполнителя, я уничтожил. Пошел ты, исполнитель. Все, что ты исполняешь, это второстепенные роли. Получен предмет альбом для марок. Это я не знаю, что мне дает. Опа, открыты какие-то тайные операции. Отправляйтесь в зону тьмы со случайным снаряжением, замаскировавшись под комбатанта. Комбатанта? Другие комбатанты, кроме боссов, не будут атаковать вас первыми. Если вы эвакуируетесь, то все, что у вас с собой, останется у вас. Так, сначала давайте все продадим. За 12 тысяч сразу продадим. Альбом для марок, вот. Я хочу, чтобы мне за него 60 тысяч. 60 гребаных тысяч. Потом удобрения. Тоже какая-то важная штука за 6300. Есть. Вот такие предметы надо находить. Кучу всего понапродавал, но всего где-то сотку примерно выручил. Что-то я не такого ожидал. Мне писали 200. Ладно, хорошо, давайте комбатантам пойдем играть. Получается, сейчас меня будут принимать за своего. Вот он, я такой хожу. Весь из себя комбатант. Снаряжение у меня какая-то шляпа. 40 патронов всего. Надо зарядиться. Вон, вон, вон. Давайте подойдем, представимся другом. Братан-комбатан. Здорово. Да-да-да, вообще прекрасный денек. Дружище. Я предатель оказался. Так, нужно его обыскать. Каска. Заберу бронежилет топовый. Или говна кусок. 2, а здесь у нас что? 3, где тут кал? Что у тебя в карманчиках было, ублюдыш? Спички, значит. Куришь, значит, а? Оружие тоже надо взять. Настольные часы. Это что-то дорогое. Пойдемте дальше притворяться своим. О, труп. Коктейль молотова есть. Так, значит, его сюда поставим на пятерочку. Опа, дружище, комбатант. Сейчас будем гулять вместе, дружить. Эй, ты куда побежал? Куда ты побежал? Я хочу тебя тыкать ножом. Я тебя бить ножом. Зарежу. Нет! Операция провалена, меня убили. Убийца, секси-пупок. Он просто увидел во мне комбатанта. А я же... Я же не он. Знаете, что это было? Карма. Я предательский нож в спину всаживал, и меня со спины убили. Но было прикольно. Надеюсь, что вам понравилось, друзья. Идеальная игра для барахольщиков, таких как я. И если вам зашло, можете качать эту игру бесплатно по ссылочке в описании. А на этом мы с вами закончим видос. Надеюсь, что вам понравилось. Если вы хотите увидеть больше видосов от меня, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видосе, который появился благодаря вам, потому что вы залайкали этот ролик. Ну а с вами был Юджин, и всем пока! 5.